остаться в живых. Седьмой сезон. Он все еще идет, что ли? Нет, это мы будем. Дело было давно, в 2012 году, но руки дошли только сейчас сделать этот маленький фильм. Мы с друзьями решили сходить в поход, а целью нашей было пересечение Уральских гор от Кизела до Серова. Сразу от станции дорога приобрела походный вид. Брусчатка, горы, колдобины. Позирую, да? Видео снимаешь? Да. Нам повезло, лето было сухое и жаркое, и дороги бегу, почти бегу, просохли. Оброды через речки нас освежали. Промочила? Да не бойся, высохнут еще. Все, в мосту хана пришел. Через несколько часов пути мы добрались до речки Няр. Здесь находилась деревня Семеновка. Теперь от нее осталось только название на старых картах. Массаж пяток? Массаж еще какой. Иголкалый. Нас беспощадно жрут билайны. Обратная сторона жаркого лета – это оводы. Они вились над нами, как рой пчел на пасеке. На горизонте виднелась Ослянка – высшая точка Среднего Урала. К вечеру мы добрались до заброшенной деревни Гашковка, преодолев за день 53 километра. Здесь мы и стали на ночевку. Рацион у нас состоял из различных круп, сыра и сникерсов. Это наша каша. Это еще чай. Не приготовишься. Это наши кроссовки готовятся, шашлыки. После Гашковки дорога поворачивает на север и идет прямая, как стрела. Ну ты вообще попала, вообще стоишь в нем. Мучение людей снимают, пока не. Да. Какая-то тучка. Маленькая. Давай с разгону! Ноги поднимай! Круто! К обеду мы добрались до заброшенной деревни Верхняя Косьва. Покипает супик. Полные края. Делим в точечности до капельки. Да, у кого-то тарелка меньше, у кого-то больше. Лен до краев. У меня самая глубокая. У меня тазик. О, все, Наташа надо. Спалилась. Ну давай. Тёха. Хороша, похлебка хороша. После Верхней Косьвы уж стало немножко больше, но это нам не мешало передвигаться. Два чурка чай, так хорошо, хороший чай. К вечеру мы добрались до речки Тыпыл, преодолев 60 километров, а утром перешли ее вброд. После брода дорога стала лучше,
чувствовалось приближение цивилизации. Нас окружают горы. К обеду мы добрались до поселка Кытлам, отдохнули, пополнили провизию и поехали искать отворот на Канджак, тем самым преодолев 50 километров. Утром четвертого дня, оставив велосипеды в лагере, мы отправились на вершину Канджака. Тропа была натоптана, сухая, идти по ней было одно удовольствие. Подними. Изо всех сил. Оп! И вот, мы на вершине, наша промежуточная цель достигнута. За день мы прошли больше 30 километров. Под вечер ноги гудели. Люблю грозу в начале мая, да? Не долбанет и не царает. Да. Весь пятый день мы ехали по накатанной дороге. И за день проехали 100 километров. К вечеру мы оказались в Серове. Прямо в частном секторе мы и поставили палатку. Опять забор. А еще нас ждал сюрприз. Возле забора лежало много огурцов. Утром мы сели на электричку и думали, что за сутки доберемся до дому. А вот, не так-то было. Оказывается, шел ремонт путей и часть электричек отменили. У нас были длительные пересадки в Нижней Туре, Кушве и Теплой Горе. В Нижней Туре мы искупались в пруду, в Кушве посмотрели, как отмечают День Металлурга, а в Теплой Горе сходили на колпаки. Такой ядерный гриб такой. Да. Теперь уже нифига не километр. Напоследок прошла хорошая гроза, и мы извозюкали все свои велосипеды под конец похода. Так закончилось наше путешествие. Ночью мы сели на электричку, а утром оказались в Перми.